данном обзоре мы рассмотрим проводную оптическую мышь DTECH модели DE2061 с высокоточным оптическим датчиком и технологией Double Lens, которая обеспечивает плавное и высокоточное отслеживание курсора. Работает на большинстве поверхностей. Оптический датчик с высоким разрешением 1000 dpi гарантирует точное и плавное перемещение курсора. Интерфейс подключения USB 2.0. Простое подсоединение к USB порту, и при этом не нужно инсталлировать никаких драйверов. Стильный и эргономичный корпус. Глянцевое покрытие. Данная мышь имеет удобную анатомическую форму. Подходит для работы как правой, так и левой рукой. Возможны два типа расцветки. Черная с красными вставками и белая с красными вставками. Совместимость со всеми операционными системами. Количество кнопок 3 и колесико прокрутки. Скорость сканирования 3000 кадров в секунду. На этом наш обзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.